Представители НАСА и ряд специалистов из России, Европы, Японии, Канады обсудили возможность постройки постоянной лунной базы. Идея этого проекта подразумевает постройку многомодульной станции на орбите нашего спутника. И, по сути, это будет уменьшенная копия МКС, которая будет вращаться не вокруг Земли, а вокруг Луны. На ней будут использоваться более продвинутые технологии, чем те, которые применяются при постройке МКС, в частности, полностью автономные системы жизнеобеспечения и ионные двигатели. Базу планируют запустить уже в 2023 году.